Всем добрый день! Вы на канале Голубика Днепр и, как всегда, продолжаю отвечать на самые интересные вопросы. Очень часто меня спрашивают, будет ли плодоносить один куст голубики. Отвечаю всегда так. У голубики нету мальчика и девочки, то есть ее не нужно сажать в паре. Но есть определенная особенность. Если вы посадите два и больше кустов, желательно разного сорта, то качество ягоды, ее вкусовые свойства и урожайность будет гораздо выше, чем вы посадите один. Плюс один сорт голубики плодоносит где-то 2-3 недели. Если вы сажаете сорта разного срока плодоношения, то есть ранний, средний, поздний, то вы увеличиваете сбор урожая. То есть у вас она будет плодоносить не 2-3 недели, а, скажем так, каждый сорт плодоносит, значит, это будет где-то 2 месяца может растянуться плодоношение. 1,5-2 месяца. Вот так, если быть точнее. Дальше. Я уже на своем канале проводила эксперимент. Рассказывала, что голубика – это уличное растение. И для того, чтобы у нее завязались ягоды, была урожайность, она должна расти на улице. То есть это садовое уличное растение. Для опыления ей нужно… Она частично самоопыляема. То есть ее колокольчик, цветочек в форме колокольчика, ветер шевелит, происходит самоопыление. Но лучше опыление кустов голубики проводят, конечно, насекомые. Это пчелки, это шмели. Поэтому, если вы посадите один куст голубики, вы будете на нем собирать урожай. Но вам для этого нужно, что важно для того, чтобы получить урожай, это правильно посадить, то есть посадить в кислый грунт. У меня на канале и у других блогеров вы можете найти информацию, как сажать голубику, как ухаживать. Важно правильно посадить, расправить корни и правильно за ней ухаживать. И тогда вы будете собирать свою ягодку. Можно с одним кустом так играться и так хорошо за ним ухаживать, что он будет гораздо лучше плодоносить, чем это будет много-много кустов, за которыми вы просто не успеваете ухаживать. Тут у меня еще продолжаются, скажем так, полевые работы. Не успеваю все прополоть, травка растет. Вот, показываю, как уже начинает завязываться. Еще не цветет моя голубика. Многие мне написали, что у них уже зацвели первые ранние сорта. Я свою голубику специально задержала ей цветение обработкой железного купороса. Мне хотелось, чтобы цветение не попало на возвратные заморозки. А тем более молодые нежные завязи, чтобы тоже спокойно завязались и не было вот этих вот прыганий, колебаний температуры. Поэтому жду цветения, но чуть-чуть позже, чем обычно. Хотя у нас зацветает она всегда в мае месяце. Ну, на недельку раньше, на недельку позже. Это уже зависит от погоды. В этом году у нас достаточно прохладно. Очень много дождей. Поэтому сейчас конец апреля. Моя голубичка еще не цветет. Поэтому обращайтесь, задавайте вопросы. Если вопрос будет повторяться несколько раз, то я снимаю видео, отвечаю на этот вопрос для того, чтобы потом вам отправлять видеоответы. Потому что регулярно отвечать в переписке я стараюсь всем ответить. На одни и те же вопросы это занимает очень много времени. Поэтому я делаю видеоответы. Поэтому всем хорошего дня, мирного неба. До новых видео на канале Голубика Днепр. И забываю все время представиться, что зовут меня Леся.